Сегодня 22 февраля. Происходящее можно назвать торжественно. Триумф весны. Какой-нибудь художник эпохи барокко непременно бы посвятил этому какую-нибудь пышную аллегорическую композицию. Но мы не художники. Эпоха у нас барокко. Зато вот какой чудесный полузаброшенный дворик. Люблю такие. Улица Бестужева. Кругом вода. Шумит. Капель. Со среза крыши. И кот белый вон сидит. Я его уже угощал, чем было, шоколадом, но он не ест шоколад. Коты вообще едят шоколад? Тут я совершенно не осведомлен. Может быть, белые коты едят белый шоколад, а черные едят черный. Кто их знает, этих котов? Существа загадочные. Глаза у них желтые. Да, кот. Загадочное желтое существо с желтыми глазами и с хвостом. Тебя тут кормят, не обижают. Вон, банка шпрот открыта, ты тут местный попрошайка. Не обижен. Он лежал тут на вот этой двери, когда я появился здесь. Совершенно какой-то непонятной пузе. А пузе, пузом наверху, обе лапы, каждая по своей, в стороны разбросаны, каждая на своей стороне. И я подумал, ну, наверное, на припеке он заснул, так ему сладко, что даже и не дышит. А потом подумал, может, это духлого кота подобрали люди и повесили на забор. Это было бы плохо. Но кот оказался живым. Вот это и вот. Весь тут дермантин разодрал, упражнялся. Все, кот, мы поехали. Тебе сегодня принесут шпроты. Верь в свою судьбу. Верь. Или какой-нибудь кошачий корм ему принесут, консервированный. Нет, все сегодня просто сияет. Небо голубое, а лужи синие. Это жизнь. Да чего шумен наш народ? Он знает, когда снег надо чистить. Уж не тогда, когда он выпадает, это ясно. Тогда его как раз и не надо чистить. О, вау! Вау! Блин. Словно пашу. Огромная полоса за мной встает. Как же в парке хорошо. Вон птички поют. Сиди себе на теплой скамейке, прогретый солнцем.
пить чай. Это парк Хвойка. С самого начала Подольского спуска. Я как там жил, это местечко незаметно для себя. Да. Сейчас только ям промоем после зимы. И самое неприятное — это провалиться в одну из них на ходу, промоину, скрытую лужей. Надо ухо востро держать. Ну вот мы на Подоле. Правильно было бы сказать, в центре Подола. Солнышко еще яркое. Постарался сегодня пораньше выехать, насколько сумел. Березки какие большие же выросли. Стариннейшее строение. Небось, начало века 19. Ну, середина. Не будем горячиться. Ручеек шурчит. Картина типичная весенняя. Для бедных кухню приводят, они здесь подъедаются. Бывает, чуть ли не в драке за талоном вступают. И до сотни человек сразу приходят. Но это, по-моему, по выходным. Кто-то подкармливает. Поднимемся мы через двор Крестовоздвиженской церкви. Господи. О. Как спорочить. И луна большая, больше половины. Краюшки уже скоро будут не нужны. Ура!
отсюда капель. Черный снег уже. Щик в проказнице тут, понимаешь, метишь все подряд. Ну, все как надо. Можно сказать, мы зиму видели. И весну. Вот же шазорняки, а? TRX, Boxba и Bash. Ну да. Здесь у них какие-то снаряды стоят спортивные. Push the tempo. Короче, ебаш. Ничего не придерешься. Название как название. Из трех букв. Ну все, поднимусь, не поленюсь на вздыхальницу и поеду домой. Накатался. Какая-то все покосила. Ой, бедная лестница. Упавли какие-то, что ли? Что ж тебе так-то? А, ты уже прогнила. Рассыпаешься, бедолажка. Все это уже на соплях. Скоро тебя будут подваривать. А, тебя уже подваривали сколько раз? Пора уж тебя еще раз варить. Расцепляю, ну понятно. Фундамент не очень, все сдвигается. А, как же тут? Толком, наверное, на ползающем склоне. Сложно фундамент поставить. В смысле, опору надежно поставить. Да, что такое склоны? Не так все просто. Здесь как-то немного гуляет, я смотрю. Хотел я сегодня сходить на Замковую, но почему-то передумал. Солнце уже низко.
надо было. Сначала план такой был, в принципе, вот по этой лестнице подняться на замков. А здесь что такое, я и не знал. Здесь что будет? Подвесная дорога. Фу! Спираль Бруно. Вау. Тут все серьезно. И тут спираль Бруно. Ага. Значит, здесь будет аттракцион. Ну все. Повернем к дому. Такой первозданный хаос после зимы. Прошел великий ледниковый период. Не все его пережили. Те, кто не пережил, тех уберут с улиц и отвезут на свалку. Остальные будут радоваться. Все, все просто. Все вот так вот просто в нашей жизни. И в этом есть какая-то великая справедливость.